Действительно, мой Глеб люблю, потому что он расположен на Святой Земле. На этой земле происходили величайшие события, которые остались в мировой истории. Не будем вглубь ходить, а взять даже только времена, когда Николай II отрекся, здесь ставка его была. Это же событие мирового масштаба. А то, что было в 41-м году, когда могилевчане руками 39 танков за один день, что это такое? Это развеяли мифы о непобедимости немецкой техники. И это был заложен фундамент в будущей победы Советского Союза. Ну, вообще-то я Могилев одушевляю. Могилев дал мне образование, прекрасную профессию педагога, дал мне семью, позволил мне реализовывать свои творческие фантазии. Я его люблю и говорю «Слава Могилеву».